Задержание стрелка, газовый вопрос и муравьи на передовой. Мы продолжаем информационный день на UATV выпуском новостей. В студии работает Артем Бибик. Стали известны имена погибших накануне защитников на фронте. Это бойцы спецподразделения службы безопасности Украины «Альфа» Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Оба выполняли контрснайперские задачи в так называемой «серой зоне». Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших защитников. Об этом написал в Твиттер, пообещал добиться прекращения огня на востоке Украины. Россия намеренно срывает расследование катастрофы MH17. По данным Международной следственной группы, Москва поспособствовала выезду из страны Владимира Цемаха. Он свидетель в деле сбитого Боинга на Донбассе в 2014-м. После того, как Москва и Киев обменялись удерживаемыми лицами 7 сентября, Нидерланды сделали запрос в Россию об экстрадиции Цемаха. Но Кремль позволил ему выехать из страны, заявляют в следственной группе. Сейчас найти Цемаха прокуроры не могут, так как он вернулся на временно неподконтрольные территории Украины и скрывается от следствия. Украинский народ многонациональный, а Украина – единое государство. Так спикер Верховной Рады Украины ответил председателю Госдумы России. Вячеслав Володин ранее пригрозил, цитирую, в случае притеснения малых народов из состава страны выйдет ряд областей. Его заявление опубликовали на сайте Госдумы после того, как украинская делегация сорвала выступление Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств, того самого, который незаконно, который незаконно был избран в Российскую Госдуму от аннексированного Крыма. Я э, хотел бы зазначить, что що... Я хочу подчеркнуть, что в Украине нет ни малых, ни средних народов. В Украине есть украинский народ. И он многонациональный. Он может говорить на разных языках. Но это единый народ. Я уверяю, что если кто-то надеется, что от нас будут отваливаться, отходить, или отделяться от какие-то территории, это лишь какие-то мечты. Мы, как Верховная Рада, будем прикладывать максимум усилий для объединения общества. Современное вооружение, экипировка и обеспечение, улучшенная система подготовки и управления войсками, новая украинская армия совершенствуется, отражая российскую агрессию. Война с Россией привела к изменениям и государства, и людей, вставших на его защиту. О них первый сюжет цикла «Армия 2.0», который UATV запускает накануне Дня вооруженных сил Украины. Такими они встретили врага весной 2014 го Боевое знамя наше, да, года. Такие они сейчас вооруженные силы Украины за пять с половиной лет изменились кардинально. Теперь у армии новая форма и вооружение, современная система подготовки и боевой опыт. Наша армия, ну можно сказать, поднялась с колен. Кули... Можно сказать, что наша армия поднялась с колен, как в техническом плане, так и в плане обеспечения, начиная с элементарного вооружения обычного пехотинца и заканчивая использованием стратегических комплексов. Каждая структура, каждый род войск меняется существенно. Основа украинского войска – люди. Те, кто воюют, разрабатывают новые виды оружия, улучшают систему обеспечения и обучения солдат и офицеров. Для многих, решивших связать свою жизнь с армией, стимулом стала российская агрессия. Мы обычные мужики, которые действительно бросили свою семью, бросили своих детей и пришли воевать стоять за свою страну, за свои дома, за неделимое целое государство Украины. Я видел детей, которые прячутся по подвалам, по, по, грибам. Я не хочу, чтобы мой сын также прятался. Я пытаюсь их здесь держать, чтобы они не пришли ко мне домой. Война часто показывала, кто есть кто на поле боя. Был сержант, который командовал ротой. В течение полугода спокойно стоял в отсутствии командира роты, потому что ротный был раненый, тяжело раненый ротный старшина. И вот про что сержант командовал. В дальнейшем он стал командиром развезвода. Во время боевых действий в армии появились генералы с реальным боевым опытом. Офицеры, начинавшие с командования небольшими подразделениями, успешно руководят бригадами. А им на смену приходят выпускники Львовской академии сухопутных войск. В академии я учился 4 года. Во время войны я туда поступил, на протяжении всего обучения шла война, и мы к ней готовились, мы осознанно на это шли. Многие армейцы говорят, главное, чтобы начатые реформы продолжались. Сейчас идет этап быстрого развития, им нужно, чтобы оно не останавливалось, чтобы общество понимало, как и в 14-15 годах, значение армии, что это их защита о модернизации оружия и подготовке бойцов, о новшествах в армейской медицине, о волонтерах, которые шестой год поддерживают свою армию, расскажем в следующих сериях цикла «Ко дню вооруженных сил Украины». Игорь Меделян, UATV. Десятилетний газовый контракт с Россией и Украине таки нужно подписать. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью международным изданием. Он пояснил, это необходимо для сохранения позиции страны-транспортера. Из-за строительства «Северного потока-2» аргументов у украинской стороны в переговорах все меньше. Остается надеяться на поддержку западных стран, которые не препятствовали строительству новой трубы, отметил Зеленский в интервью еженедельникам «Тайм», «Дершпигель», а также «Лемонт» и газете «Выборчий». Полиция задержала подозреваемых в убийстве ребенка. Это двое мужчин, стрелок и соучастник, Накануне вечером в центре Киева неизвестные обстреляли автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В авто он был с женой и трехлетним сыном, пуля попала в ребенка, он скончался по дороге в больницу. О деталях спецоперации по задержанию злоумышленников рассказали правоохранители. Полиция работала со свидетелями, а по видео с камер наблюдения удалось определить... Откуда стрелял снайпер? Оружие тоже нашли. Сейчас пытаются выйти на заказчика. Максимальный срок, который ждет убийц ребенка, пожизненное заключение. Стрелял из будинку. Стреляли из дома. На месте совершения преступления мы нашли некоторые вещественные доказательства. Могу приоткрыть завесу. Нашли коробку, которую использовали для того, чтобы не потерять гильзу, потому что это было в ночное время. Основные рассматриваемые нами версии – семейно-бытовые проблемы, финансово-хозяйственная деятельность, а также профессиональная деятельность. Будут проводены экспертизы. Будут проведены экспертизы и установлено, из этого ли оружия был произведен выстрел, также обнаружено ряд вещественных доказательств, как фальшивые документы и другое, что позволяет нам, следователям и процессуальным руководителям, готовить материалы для подозрения. Миниатюрная армия на фронте в одном из подразделений вооруженных сил Украины военнослужащий организовал муравьиную ферму. Насекомых поселил в специальном искусственном муравейнике. Теперь, наблюдая за насекомыми, военнослужащие сравнивают устройства их жизни с порядками в армии. В чем сходство узнавала Анастасия Волкова? Тот, который носит все. Тот, который носит все, это зампотех. Он должен все настроить, чтобы все было хорошо. Все должен расставить по своим местам. Тарас раздает роли своим питомцам. Он штатный медик в одном из подразделений. За время службы получил позывной «Цитрамон». О муравьиных фермах услышал полгода назад и, загоревшись идеей, заказал в интернете небольшую колонию. Там была муравьиная королева и восемь муравьев. Выпадково подавился вот на видео про Случайно посмотрел одно видео про муравьиную ферму. Начал искать другие, смотреть интересно стало. Но до последнего не верил, что действительно придут живые муравьи, так как они рассказывали. Котики, собачки, крысы, мыши и хомячки были. Чего-то нового захотелось. Наблюдая за фермой с муравьями, Тарас сравнивает их порядки с устройством в армии. Говорит, тут все как у людей. Каждый четко выполняет свои обязанности. Одни защищают, другие носят еду, третий смотрят за личинками. Королева же раздает указания. В армии должен кто-то один командовать. Один командует, все подчиняются. У нас комбат по родейке передал какую-то команду, а у них, не знаю, на каком-то уровне, но без родейки работают. А тут как раз вся семья в сборе. Комбат проводит совещание. Тут и зампотех, и замполит, и старшина, и командиры подразделений. Все дружно обсуждают завтрашний день. Теперь к штатному медику бойцы приходят не только с жалобами на здоровье. Некоторые записываются на прием только, чтобы узнать, как поживает муравьиная колония. Ферма – это как 42 миллиона украинцев. Бегают и что-то делают интересное. И вообще у него самая лучшая ферма. Слава цитрамоновской ферме! Бойцы говорят, у муравьев можно научиться выносливости, внимательности и трудолюбию при любых погодных условиях. Сейчас, когда на передовой сезон дождей, это очень актуальный пример для военнослужащих. Погода некомфортная, Погода некомфортная поэтому необходима повышенная внимательность. Ведь враг такую погоду использует для диверсий. Тем более важно вести наблюдения во время дождя и снега, так как они маскируют звуки. Сейчас у Тараса около 80 питомцев. Считает, что мало. Мечтает, чтобы его муравьиная колония разрослась до 5000 особей. Уверен, тогда за организацией порядка в поселении насекомых наблюдать будет еще интереснее. Анастасия Волкова, Александр Вахтин, Луганская область, UATV. Об этих и других событиях читайте на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Увидимся в 19 часов, тогда следующий выпуск новостей на русском. Все самое важное на UAI-TV не пропустите.